Еще не высохли слезы нижегородских болельщиков по поводу досрочного окончания сезона для «Торпедо», как на них свалился новый груз. Уже в субботу, 11 марта, начнется очередная нервотрепка для истинных поклонников хоккея. Молодежная команда «Чайка» уже третий сезон подряд отправляется в поход за Кубком Харламова. Напомним, подопечные Вячеслава Рьянова запрыгнули на поезд по маршруту плей-офф МХЛ в последний момент. Все решилось в заключительных матчах регулярного чемпионата. И вот, вымученное восьмое место сразу выдало в соперники чемпиона Западной конференции – питерский СКА 19-46. Именно с этой командой «Чайка» играла в финале Кубка Харламова в золотом для нижегородцев сезоне 2014-2015. Тогда северные армейцы уступили нашей молодежке в пятиматчевой серии. В этом сезоне СКА 19-46 очень резво стартовал, и первым, кто смог осадить питерцев, стала наша «Чайка». 15 сентября дружина Вячеслава Рьянова катком прошлась по гостям на арене Дворца спорта имени Коноваленко. 8-3. Всего же в этом сезоне соперники по 1/8 финала встречались 4 раза и имеют по 2 победы. Общий счет этих встреч 10-8 в пользу нижегородцев. Добавим, что первый раунд плей-офф идет до 3 побед. И первые 2 матча пройдут в Санкт-Петербурге 11 и 12 марта. В Нижний Новгород серия переедет 15 марта.